Seven's Wild 213 представляет. Конец всех вещей в Божьей руке. Никто не знает ни дня, ни часа, когда придет Господь. Но мы можем видеть и знать признаки пришествия Христа. Что-то происходит странное. Мы видим насилие, мы видим повышение температуры по всему миру, мы видим агрессию. И все вокруг кричат о глобальном изменении климата, о глобальных катаклизмах. Также мы видим насилие и убийство, которого никогда еще не было. И оно повсеместное. Иисус так и сказал, что в дни Его пришествия будут люди жить так же, как и в дни Ноя, будут развращены. А какие люди были в дни Ноя, помните? Давайте прочитаем в Библии Бытие, 6 глава, что все мысли людей были зло во всякое время. И земля была наполнена злодеяниями. Вот мы видим характеристики времен Ноя. Номер один – жестокость. Номер два – развращение. И мы живем посреди такого общества сейчас. И все больше и больше развращения распространяется по всему миру. Люди становятся более безнравственными и склонны к насилию. Наша страна очень сильно изменилась за последнее время. Нью-Йорк, 2015 год. Правительство Америки хотят уничтожить саму основу морали. Что они собираются сделать? Они собираются затащить человечество в развращение и в моральный хаос. Новый мировой порядок. В каком будущем наши дети будут жить? Все мы знаем, что за этим стоит Люцифер, и это ни для кого не секрет. Все поклоняются Люциферу. Знамение в природе. Бог хочет, чтобы мы видели времена, в которые Иисус вернется. Бог не желает, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все пришли к покаянию, и Бог дает эти знамения и в природе, и в погоде, и в человеческих отношениях. Мы видим, как изменяется природа в настоящем времени. Иисус сказал, что будут великие землетрясения в различных местах. И язвы, и голод, и великие знамения с неба, и терроризм. Это все признаки. Признаки, когда Господь вернется. И чем ближе мы к возвращению Иисуса Христа, тем больше мы видим и масштабнее эти знамения. Они будут больше увеличиваться и будут становиться более частыми, более интенсивными и более частыми. Мы видим изменения в погодных условиях. Это очень необычно. Нельзя объяснить, что это, почему это происходит. И в последнее время это стало более частым. Происходит изменение, глобальное изменение климатических поясов. В Пакистане был убит 121 человек. Апрель, Пакистан, сильный дождь. Была объявлена чрезвычайная ситуация. И началось сильное наводнение. Град падал с неба, как куриные яйца. Был шторм. 3 апреля, Аризона. В субботу днем в Аризоне 20 тысяч пчел появились на улице. Они покусали много людей. Они внезапно начали появляться. По меньшей мере 15 человек было эвакуировано. They say right around 3 o'clock is when bees suddenly just started swarming all over the place at a mosque. Officials confirming at least 15 people were stung during the attack. The swarm was so big, roads in the area had to be shut down. Then just minutes later, more bees swarming a few miles south of the first attack. Апрель, Чили. Много рыб погибло в стране. Эксперты пытаются расследовать эту ситуацию. В чем
чем дело. Апрель, Техас. Мы видим массивный град в Техасе. Большой ущерб он принес. Как бейсбольные мячики они падали. Это было ужасно. Мой дом просто рассыпался, как спичечная коробка. Это было страшно. Они были такие большие. Спрятаться от них было практически невозможно. Удивительно, как такие маленькие шарики разрушали дома и разбивали машины. Апрель, Калифорния. Образовалась в грунте трещина, что привело к пропасти. Мы видим, как сходятся все пророчества. В одной точке. И сегодня мы наблюдаем за нашим поколением, за исполнением этих пророчеств. Апрель, Саудовская Аравия. 18 человек было погибло. Это беспрецедентный ливень и наводнение. Около 2100 человек пострадали. 300 домов находятся под водой. Апрель, Гренландия. Гренландское море тает. Это самая сильная жара появилась там. Они тают на 12% больше, чем в предыдущие годы. Мы видим странные, ненормальные изменения погоды. И не только в одной точке, но по всей Арктике. Это ненормально. Мы никогда не видели такого рода тепла. Никогда. Лед тает, и он приносит изменения в климате. Евангелие от Луки, 21 глава, 25 стих. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится». Иисус сказал, что будут землетрясения в некоторых местах. И чем ближе мы приближаемся к этим событиям, тем более частые становятся землетрясения и более интенсивные. Более частые и более интенсивные. Необычная картина. Апрель, Япония. На юго-западе Японии произошло крупное землетрясение. Дома рушились. Много людей было погибло. Ожидается еще более зловещее землетрясение в Японии. Это еще не конец. Землетрясение было 7,8 баллов. Великое землетрясение на побережье Эквадора случилось. Более 8 тысяч человек пострадали. И тысячи домов были разрушены. И ожидаются также автошоки, которые могут быть еще сильнее. Это просто беспрецедентный сезон. Что происходит? Эфиопия, Африка, апрель. 90% животных погибает. Линчбург, Вирджиния, апрель. Что это? Это торнадо. Убегайте. Осторожно. А многие люди просто не реагируют, стоят странно.
Техас, апрель. Проливные дожди привели к наводнению. Тысячи домов погружены под воду. Такого не было за всю историю. Крупнейшие города находятся под угрозой. 140 миллионов галлонов воды было вылито на землю. Животные погибали под водой. Никто ничего не мог поделать. Япония, апрель. 160 человек погибло от гнетущей жары, которая покрыла Индию. Температура достигала 113 градусов по Фаренгейту. Много людей погибло, тысячи сельскохозяйственных животных погибло и повреждены культуры. Australia's Great Barrier Reef has the most severe bleaching in its history. 95% is white and yellow. Морские рифы оказываются под угрозой исчезновения. Coral areas are unlikely to survive. It's 622 miles. 520 reefs have been examined. Only 4 are unaffected. This it's stunning. Малайзия, апрель. Преподаватель младших классов утверждает, что видели духов. Один учитель чувствовал присутствие какого-то существа, и не только чувствовал, но и видел. Некоторые студенты были одержимы. Африканские власти пытаются выяснить, что произошло. A senior school staff member told the BBC, "Our students were possessed and disturbed by these spirits. We are not sure why it happened. We don't know what it is that affected us. Officials are still trying to figure out what happened." Лондон, апрель. Трафальгарская площадь в Лондоне. Трафальгарская площадь Лондона. Памятник был построен римлянами в Сирии в течение 2000 лет назад. Сейчас существуют цифровые технологии, археологи, которые могут восстановить в точности модель разрушенных построек. The Institute of Digital Archaeology used photographs of the original arch and 3D technology to build the 2/3 scale model from Egyptian marble. Using 3D printing technology to make it look and feel almost like the original. 19 апреля многие не знают, но это оккультный праздник, фестиваль поклонения Вавилону. И началось это 29 апреля, первый день. В то время приносили жертвы детей демонам. Иллюминаты утверждают, что это самый священный праздник. Тревожная серия кровавых жертв во второй половине последних лет. Многие люди задаются вопросом, а что такое 19 апреля? Мы не знакомы с этим днем. В Ветхом Завете приносили в жертву детей. Британия, апрель. Огненные шары летали по небу. Эквадор, Африка, апрель. Многие люди были свидетелями необычных явлений природы. Китай, апрель. Внезапно возник сильный ветер и смерч, который
болтал людей в разные стороны. Здесь на фотографии мы видим, как человека подбросило в небо. Мы видим огромный торнадо, который крутится, и от него убегает человек и прыгает в речку. Мы видим красное небо, необычное явление. Калифорния, апрель. Мы видим огненные шары в небе. И многие люди сняли это на камеру и видели это собственными глазами. Торнадо, штормы, землетрясения, и все это вместе. Это ужасно. Это говорит о том, что Иисус скоро вернется. Будьте готовы. Это убеждает нынешнее поколение в том, что время близко. И мы живем в эти времена. Мы живем во времена пришествия Иисуса Христа. Лука, 21 глава, 26 стих. «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются».